Прыщи на лице не только причиняют эстетический дискомфорт, но и могут быть симптомом различных заболеваний. Прежде всего, необходимо установить причину появления прыщей, обратившись к врачу, а уж потом бороться с нею. Некоторые люди, особенно представительницы прекрасного пола, уделяющие повышенное внимание своей внешности, избавляются от прыщей, выдавливая их. Но делать этого ни в коем случае нельзя, потому что могут быть серьезные осложнения. Если прыщи появляются в области подбородка, это может быть связано с проблемами в работе органов пищеварительной и эндокринной системы. Поэтому желательно обратиться к специалистам, эндокринологу и гастроэнтерологу, пройти обследование и при необходимости начать лечение. Для женщин необходима также консультация гинеколога. Прыщи на подбородке также могут появляться в результате снижения иммунитета, физического и нервного переутомления, недосыпания. В области лба находится большое количество потовых и сальных желез. Любой сбой в работе внутренних органов может привести к повышенному выделению пота и к выработке большого количества кожного сала, а это способствует образованию прыщей и угрей. Если прыщи возникают в верхней части лба, возле линии роста волос, это может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или поджелудочной железой. Если же они появляются возле бровей, причина может заключаться в болезнях кишечника. Равномерное высыпание прыщей на коже лба свидетельствует об избыточном потреблении жирной калорийной пищи, сладких газированных напитков, а также о возможном побочном эффекте от приема антибиотиков, гормональных препаратов. На коже носа и в области лба также имеется большое количество сальных желез. В подростковом возрасте, когда идет процесс полового созревания, прыщи на носу появляются обычно из-за резкого изменения концентрации и состава гормонов. А у взрослых людей прыщи в области носа возникают вследствие заболеваний иммунной, эндокринной и пищеварительной системы. В отдельных случаях прыщи на носу могут указывать и на проблемы с сердечной мышцей, миокардом. Прыщи в области губ обычно появляются из-за нарушений работы пищеварительной системы. Но какой именно орган нуждается в лечении, может установить только квалифицированный врач. Причин для появления прыщей на лице немало. Поэтому лучше не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно, и тем более не выдавливайте прыщи, а обратитесь к врачу. И разумеется, тщательно соблюдайте гигиену лица, ведь порой причина появления прыщей – это банальная грязь. Если вы не будете прислушиваться к этим советам, после прыщей у вас на коже останутся ямы,